Всем привет, я Адонис. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Истоки. Я сходил вместе с Сеной на охоту, и мы добыли много интересных материалов. В принципе, могу все улучшить вообще. В первую очередь, стабилизирующая перчатка, то у нас обычная наруч. Сильный уже какой-то там 5-й уровень, тут 3-й только. Улучшаем. Можно даже еще уровень. Так, а что у нас потребуется? Опять кожа. Нагрудник, сумка для инструментов. Мне, в принципе, и так хватает инструментов. Вот урон в ближнем бою даже может и важнее. Не, колчан. Колчан улучшим. Фиолетовый уже. О, и материалы, которых у нас куча. Бронза, металл. То есть бронза, железо. И дальше я могу улучшить еще. У меня 3 этих есть. Графита. Я думаю, мне хватит этого колчана. Теперь дерева не хватает. И бронзы. Это странно. Бронзы обычно хватало. Так, нагрудник. Запас здоровья. То есть тут брони особой нет. Тут именно запас здоровья. Возможно, это более правильный подход. Сумка для инструментов. Ну ладно, улучшим. Фиолетовая. Ой, какая красивая прелесть. Славно, славно. Так, я улучшил лук свой гадес до 17 уровня. Теперь с ним будем ходить. Я тут на охоту ходил, мне кажется, они имбалансным сделали этот лук. Слишком он сильный, слишком. Прям вообще промахнуться почти невозможно. Вот сблизи, конечно, когда на тебя нападает, да. Там ты не попадешь. А на средней и дальней дистанции никто не убежит от этой стрелы. Я молчу, когда они стоят, так вообще без шансов. Даже когда бегут, все равно шансов нету. Им, наверное, не надо было замедление делать в этот момент. Очень легко получается. Этот лук слишком имбовый. И он убивает другие все луки. То есть смысл пользоваться вот такими, когда у меня вот этот вот есть. Да, стрел мало, но этого достаточно. Вот сейчас я этих поубиваю, всех троих. Вообще без проблем, я думаю. Раз. Они даже не заметили потери бойца. Или испугались, уже знают. Ладно, пойдем сдавать задание. А что там мы ночью идем? Дождемся мы утра. Облачка красивые, да? Формируются, трехмерные, все как положено. Я восхищаюсь этой игрой. Виновен Димнос? Да. Он убил ее ради убийства. За презрение к жизни других он заплатил своей. Бессмысленная трагедия. Она была умницей и такой доброй. Ну, очень простое расследование было. Не сравнить с тем, что было у нас... А в предыдущей части, как там называл, синдикат. Новый уровень! Так, у него задание еще одно или что тут? Способность есть новая. Удар в воздухе. Я вот не понимаю, все равно могу спрыгнуть и убить. Вот я не понимаю вот это, смысл в нем. Сбор стрел. Вот это прикольная штука, между прочим. Иногда в длинных боях, когда на коне особенно катаешься, стрелы кончаются. Вот. Теперь этой проблемы не будет. Нет, тут задания не видно. Поговорим с ним. В письме, что ты принес, важные известия для Аполлодора. Я лично доставлю их ему. Нам нужно сделать все, чтобы помочь Клеопатре. Она единственная заботится о народе Египта. Имеет смысл почитать вот эти все исторические данные по Египту. Потому что я уже не помню, кто там заботился, кто не заботился об Египте. Ладно, по игре разберемся, думаю. Так, там куча всякого полезного хлама, да? О, поместье Аполлодора.
Это не Аполлодор помогал Ае? Я что-то забыл, как того звали, который ее скрыл. Как же его имя было? Не Аполлодор? О, палка какая-то. Кстати, кажется, факел кидать можно. Это реально круто. Поджигать что-нибудь, что ли? О, 200 монет, славно. Деньги здесь нужны постоянно для улучшения оружия. Ох, какие богатства славные. Красота. Игра очень оптимизированная. Местами даже слишком. Например, когда я на Сену очень высоко взлетаю, то видно, что дальний вид так урезается, а нагрузка на видеокарту процессор минимальная просто. Можно было значительно, ну, меньше урезания сделать на дистанции. Наверное, он работает хорошо и на слабых компах тоже. Так, ладно, я этот дурью маюсь. Кошак. О, карта! Какая детализированная. Это Нил у нас? Это Александрия. Узнаю. Что у нас дальше? Знак протеста, 13 уровень, куча там вопросиков. Я думаю, это будет интересно. И загадки можно будет порешать. Пойдем туда. Так, заберемся сюда. Важная стратегическая точка. Какие-то древние руины. Так, это египетское, по-моему, в греческом стиле они. Теперь можно и на задание отправиться, вот сюда. Знак протеста. Куда и побежал. А дальше берем читерское оружие, и у них нету шансов. Просто, ну, никаких. Бедные животные обречены. Сколько их тут? Что это? Я промахнулся. Неужели такое бывает? Видимо, далековато уже стрела не долетит. Ха-ха, на излете уже попал. И эти убегают. Заразы. Ой! Не, можно промахнуться, можно. Но все равно читерная штука, как по мне. Ты смог! Ничего себе, как он увернулся! Так, теперь обычные стрелы. Сейчас мы соберем этот лут. Прекрасный урожай будет. Куды? Не так просто попасть. Что за дела? Мадонна Мия! Охотничий лук 18 уровня. Я хочу, чтобы ты... Ух, Харва, ну ты даешь. Последнее желание. Я хочу, чтобы ты украл кошель одного из вечно голодных. Принес его сюда, Иби. Последнее желание, что ты украл? Не совсем понятно пока. Кого-то, видимо, должны были убить. Он попросил последнее желание. Это не желание, чтобы украли.
Видимо, задание какое-то будет, тогда станет понятно. Щит. Довольно большой. Вот так мы лут и собираем. Зараза, хмансит-то. Ушла. Молодец, газелька. От этой стрелы не уйдешь. Я славно поохотился. Столько шкур набил. Тут богатые места. Все, пойдем дальше. О, колчан, ну, можно сделать. А, да, его и можно было. Пока не буду тратить графит. Лучше перчатку лучше или наруч? Вот наруч в первую очередь. Потому что из лука и так я почти ваншочу в голову всех. А в ближнем бою постоянно урона не хватает. Ну, давай, иди ко мне. Бешеный носится кругами. Иногда напоминает собаку, которая, знаете, гулять хочет и такая радостная, с эмоциями совладать не может. Круги наматывает. Псина-верблюд. Аванпост Антилла. Запретная зона. Ты, видимо, справа там. Мне жаль, Неп, но сегодня нет колесниц на продажу. О, Серапис, глазам своим не верю. Это что, знак Меджая? Да. Какие колесницы красивые. Не, ну это обычная вот эта вот. Инкрустированная. Так, лут. Прости меня. Мне показалось, что я увидела у тебя знак Меджаев, наших древних защитников. Верно. Все так. Тебе нужна помощь? У меня горе. Мою любовь, моего мужа Эрикса, жестоко убили. Как это случилось? Он был умелым мастером. Ему заказали сделать колесницу для фараона. Эрикс был очень горд. Но когда он закончил работу, солдат заплатил ему только половину цены. Эрикс возразил, и солдат убил его и забрал колесницу. Вот ублюдок. Если ты и вправду Меджай, помоги свершить справедливость. Найди солдата и сломай эту колесницу. Отомсти за смерть моего несчастного мужа. Колесницу ломать не надо, колесницу надо вернуть сюда, а его убить. Но правда ли это все? Она... Жизнь на меня. Как она сказала. Ладно. Поверю ей. Псинка. Поехали. Это один из них. Надо его тоже убить на всякий случай. Угу. Он же всегда убивает этим кинжалом. Вот зачем его прокачивать? Я это не понимаю. Куда нам ехать? Видимо, задание выбрать надо. Знак протеста. Уничтожьте в аванпосте Антилы боевую колесницу. Аванпост не надо уничтожать. Туда уже все зачищать будем. Сейчас кустик сядем. Пусть сену все просканирует тут. Мирные жители там. 12 уровень, нормально.
Нормальный форт. Брали покрепче. Вообще, эта система с фортами сейчас почти во всех играх стала. Что Ассасин, что Far Cry, что Rage. Я думаю, еще многих не назвал. Не, ну неплохая система. Но если слишком много вот подряд таких аванпосты, то может надоесть. Какая цель? Колесница. Так мне не надо форт, мне просто туда надо пойти. Все, окей. Где ублюдок? Где моя суперстрела? А его убили уже, да? Без меня все сделали. Кто вздумает с нами тягаться, ждет смерть. Эх, мужики. Разберемся. Я должен был сам это сделать. Ладно. Где вдова? Безутешная. А, ее уничтожить надо. Ну зачем? Ну, типа, если бы я ее к ней привез, то ее бы убили за эту колесницу, наверное. Не сгорит так? Так, мне надо, значит, бочка с горючим. Чем я могу уничтожить? Я просто ударами, да? Да, разрушается постепенно. С дороги! Разойдись! Вот и все. Теперь убитый мастер может покоиться с миром. Его творение, возможно, самое лучшее в жизни, я разрушил. Ну, не знаю, странно это все. Эй, стоять! Так, я все равно всем отомщу за это. Они должны искупить. Что это за колонна? Прикольная. Все, работаем. Эй, ты, стой! Меня не должны здесь заметить. Так, лут. Там сверху кто-то, да? Я не совсем по правилам сейчас работаю. Надо было сверху начинать. Ну ладно. Заметили. Оу, зараза. Или просто сели. Что ты промахиваться стал? Сглазил. Ты же, по-моему, попал в голову, нет? Лови! Я все четенько. Ладно, эти уехали. Сколько у меня стрел? Две. И тут у меня еще запас. Кто там есть еще? Ладно, берем. Пойдем дальше. Крушить. Угу. Подойди поближе.
какой-то крутой щит. А, 13 уровень. Не, фигня. Графит. Хорош. Щит со скорпионом. Я уже забыл символ какой богини это. Сложно это все запомнить. Иногда отображается попадание не в ту часть тела, куда ты целился, куда летела стрела. Немножко сбивается. Погоди ты. Да, на скаку не так же просто попасть. Когда быстро скачет, тот от тебя убегает в сторону. Возникают сложности. Снизу кто-то ходит там. Там сбоку никого нету. Может быть, это ошибка была? Ладно. Вот так. Что? Зараза! Убью! Это, кстати, египтянин был. Так, как он внизу оказался? Что это такое? Это проход. Это интересно. Это сральник у них тут такой. Крутой. Модерновый для тех времен, небось. Как удобно, управление великолепное сделано. Вот. Все. И от стелса работать, и сражаться, из лука стрелять. Все круто. Это Серапис, да, вроде? Проход в глубины. А, кстати, только сейчас прочитал. Имя вдовы Европа. Это, возможно, намек какой-нибудь, что у Европы, может быть, Америка там что-то заказала, забрала и не полностью заплатила. Поэтому и название «Вдовы Европа». Там же была какая-то история с этими, с автоматами, когда НАТО переходило. Как там американцы европейцев кинули. Зараза! Быстрые. Просто проход, понятно. Ничего тут интересного нету. Надо освободить людей только. И сокровища взять. Это. Охотничий лук, прекрасно. Выполнено. 600 единиц опыта, неплохо. Уходи. Это благодарность, так звучит харканием у них, ну и язык. Как же круто, через огонь стрела пролетает и загорается. Прелесть. Вау! Конская броня, какая красивая.
Плюмаж, штука называется вроде. Пятнадцать железа было у него. Нифига себе, богатый какой. Неожиданно. Что я могу улучшить? Колчан. Ну, это так и было. Эти. Шкур теперь не хватает. Я потратился хорошо так. Коней бери, не хочу. Четыре сразу. Нет. Байк не то. Достойный Миджай, какие вести? Я уничтожил боевую колесницу. Ту, что присвоил солдат из Антилы. Твой погибший муж отомщен. Я вырезал всю Антилу, надо было сказать. Что это такое? Тому, кто это прочитает. На лесопильне произошла ужасная трагедия. Нефермаата, его рабочих растерзало стадо бегемотов. Тот, кто избавит нас от этих жирных речных коров, может взять себе награду любые ценности, которые найдет. Но имей в виду, это зрелище не для слабых духом. Это мы уже помогли им, насколько знаю. Там бандиты их убили. Или это другое уже? Диадема? Так, тут все вроде бы. А, нет, тут цель еще есть. Где эта штука? Сокровище, где оно? Во, нифига себе. Там крокодильчики, бегемотики. Чей-то лук на изготовку. Прямо в глаз. Теперь в пасть. Не, в глаз все равно. Не обязательно каждый раз целиться так, конечно. О, спасибо, сыну. О, воюет крокодил с бегемотом. Победителя мы убьем. Израним обоих. Так, воюйте теперь. Бегемот победил. Что там? Как я так промазал? Что за дела? Надо этого добить. Не хватает дистанции. Ладно. А из воды я стрелять, наверное, не смогу. Корова. Это человеческих рук, по-моему, дело. Горло вскрыли. Животные так не делают. Играючи добывается все. Тут кулак Птолемея 22 уровня. Интересно, у них уровень будет расти с моим? По-моему, какой-то
папирус был как раз... Вот, я спрятан посреди Нома Сапмех в каньоне близ аванпоста Антилы. Ищи меня под деревом, который думает, что оно такое одно, поскольку каменный мост не дает ему видеть другие такие же деревья. Близ аванпоста Антилы. Хочу сказать Антилы, но тут Антила. Дерево где-то там. Мост, надо искать мост. Дерево и мост. Это горючие штуки. Тогда след, кстати, был не кровавый, а горючий на реке. Интересно, что за башня такая? Обычная? Смотровая? Вот это, может, дерево, не? А, нет, тут много других деревьев. Там одиночное должно быть. И мост. Главное найти мост. Возможно, тут где-то. Но тут не одно дерево. Холера. Логово крокодила. Промазал. Но это не тот крокодил. Вот он, королевский ублюдок. Забаговался, по ходу дела. На мое счастье. И все. Какой здоровый, вы посмотрите. Сколько метров, интересно, вот. 2, 4. Ну, метров 7, я думаю, где-то так. Здоровый. Матерый. Сколько жизней он погубил. Может, и людей убивал. Нифига себе, 3 мертвых крокодила сразу. Это бегемоты тут их убили. Жесть, тут война идет прямо. Межвидовая. Так, что-то похоже на каменный мост тут есть. Вот там, сейчас мы посмотрим. То есть природный мост получается там. Вот, это, наверное, и есть мост. Вот. Да-да-да, вот это мост. Каменный мост. Да. И он не дает дереву видеть других. Это я уже смотрел, про это я думал, это не оно. Или нет, или не его я смотрел. Не, это я смотрел. Я же здесь ходил. Так, вон этот каменный мост сверху. И тут должно быть какое-то дерево. Так, что-то я обнаружил вроде, да? Или нет? Звук был такой. Холера. Нет, их множество. Должно быть такое дерево, которое одно отличается от других. Вот. Неужели я нашел? Это была сложная загадка. Щит. Новый щит. И опыт, конечно же. Да.
каменный мост надо было найти. Я что-то сразу подумал, что людской мост, который люди построили, а тут природный. Нерукотворный. Ну ладно, славно, славно. Крокодильчиков огуляли. Так, пора отправиться к Кае. 12 уровень. Байк отправляется в Александрию на поиски своей жены. Поговорите с Аей в Панионе. Где этот Панион? Ну, давай. Не могу телепортироваться. Эх, Александрия. Один из моих любимых городов в компьютерных играх. Любимый. Змеи и Геннадий мертвы. Змей Евдор. Он нашел свою смерть в банях. Жаль, меня там не было. Жена. Жена. Какие у них страстные отношения. Здесь их убийства возбуждают. Сначала виновные, а потом первые попавшиеся будут умирать. Ди. Привет. Я уж хотела тебя вытаскивать. Адреналин и давление подскочили, из-за этого вырос пульс и уровень гормонов в крови, серотонина и окситоцина в частности. Что там произошло? Ничего особенного. Ая здесь. А кто это? Жена Байка. Я чувствую ее. Чувствуешь? Скорее всего, это просачивание. Тебе досталась не только память Байка, но и эмоции, которые он испытывал. Да нет, похоже, она и правда в этой пещере. Супругов часто хоронили вместе. Вторая мумия? Нам нужно доложить в Абстергу. Сначала найду Аю. Не скажешь ты, скажу я. Диана, нет. Так я опять останусь за бортом. Задвинут, как обычно. Ладно. Ага. Что такое? Просачивание ведет меня к Ае. Ну, класс. Можешь и дальше лелеять свой комплекс супергероя. Давненько мы в теле Лейлы не были. Так же метать можно. Оно дальше, по-моему, кидает. Надо найти Аю. Круто. Фига себе, далеко как. Это не совсем по физике летит. Ну ладно. Ну, мисс Марвел, ты нашла то, что искала? Погоди. Я знаю, а я здесь. 5%. О, 1%. А, телефон. Кстати, не смартфон такой, защищенный, видимо. С нормальным аккумулятором, по идее. Обычно такие телефоны очень долго держат. До 40 дней, то и больше бывает. Более утоляющих нет. Зараза. Ди всегда кладет мало еды. Не заботится? Ну, мисс Марвел, ты нашла то, что искала? Да погоди ты, какая ты ставучая. Я знаю, а я здесь. Она там. Это будет мой прыжок веры. Приди ко мне днем, и мы пойдем домой. С кем ты говоришь? С мумией Байка. Да, она болтушка. Какой прыжок? Никаких прыжков в твоем состоянии.
Гладстон Китридж Эсквайр? Да вы что, издеваетесь? Надо найти Аю. Раскопки города Мемфис, 1877 год. Потерянные во времени. Ну, мисс Марвел, ты нашла то, что искала? Я знаю, а я здесь. А что, сигаем? Прыжок веры. Нормально. Не так высоко, как я думал. Черт, холодно. Вот она. Они похожи чем-то с Айей, только глаза немножко разные. Надо. Я знала, она здесь. Вот и ты, слава богу. Скрытый клинок. Я чую запах крови. Так, 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 я тебя едва понимаю, Лейла. Нам нужно доложить. Пока нет. Пока нет? А когда? Ну, размышления тут не помогут. А что она там срезала? Что она ножиком сделала? Ладно, полезли обратно. Она тоже может лазить, да, как ассасины? На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.